Привет, канал Миллион Абдулла. Притча. Притча про человека, который решил накопить много денег. Копил-копил и накопил. И осталось очень много денег. Но он потом решил, что нет, это недостаточно, стал дальше копить. И вот копил он, копил. Стало у него совсем-совсем много денег, даже больше, чем у всех остальных. Вот. И все, уже, казалось бы, хватит. Можно тратить. Но он отвык тратить, и все. Отвык, разучился. Так и копил. А потом все эти деньги его наследники профукали. Вот и вся притча. Да? Это копить, конечно, надо. Но надо кое-что себе и позволять покупать. Ну, в разумных пределах. Всем пока-пока.